стартанула уже всеукраинская акция, значит, по защите избирательного права переселенцев. Значит, хэштег можно найти в... Хэштег, вернее, «Маю право выбирати», набираете его и попадаете туда, куда вам нужно. То есть там есть заявление, то, которое вы должны подать в орган ведения реестра. И там же написано все, что нужно переселенцу сделать для того, чтобы получить право голоса вот сегодня. И закончится эта акция массовой подачей исковых заявлений в суды. Пока в 5 областях, но уже вроде бы вчера присоединились Львов и Ивано-Франковск. И, собственно, во всех этих областях массово переселенцы в один и тот же день, 9 декабря, это к Дню защиты международного права человека. Это День всеобщей декларации прав человека. 10 декабря – это профессиональный праздник правозащитников. Да, но это 10 декабря – это получается суббота, а 9 декабря подаем во все суды исковые заявления по защите прав, избирательного права для переселенцев.